такое, Алексей Алексеевич, произошло? Все, ханарик не приходит. Ага. 2 месяца отходил. А тут есть в запасе? Обязательно. Это расходный материал, как батарейки, да. И бензин. Да, да, да. И цепочка вот здесь стоит. Каждый, перед каждым выездом мажу ее. Где цепочка? А, вон там, вон цепь, да. Ну, стоит. А кто-то, говорят, тоже расходный материал. Итак, друзья мои, представляю вам некий вездеход. Алексей Алексеевич, расскажите, пожалуйста, что это за машина и зачем она вам нужна? Эта машина нужна для поездки в лес, для того, чтобы отвезти, поставить улья пчелам, для того, чтобы развесить ловушки пчел ловить, за грибами, за ягодами. Угу. Ну, можно... как она называется и кто производит? Производит ее в Вологде, называется «Каракат ЗИС-5». Каракат ЗИС-5. Там Вологде производит в нескольких местах. В лучшей комплекции, в худшей комплекции. Ну да, разные комплектации. Да. Давайте сначала про резину поговорим. Резина. Вот эти колеса от Краза, лаптежника, ободраны. Так даже видно, что они ободраны. Да, да, да. И вручную нарезаны. Вот этот протектор, да? Да. Давление 0,1-0,2. Он плавающий. Применяется. Да. Он плавающий. То есть можно плавать по воде прямо? Да, но я не пробовал. Видел. А гребет за счет чего? За счет колес. За счет протектора? Да. Угу. То есть никакого винта гребного маленького нету? Нету. Тут. Просто я видел вездеходы, реально, с винтом, с небольшим, но он есть такой. Ставь сзади транец, ставь навесной мотор. И только так. Так, ну давайте тогда... Дальше. Из чего он устроен? Да. Колеса. Проговорили. Мосты. 2 моста классических жигулевских. Жигулевские мосты. Да. 2. Так. Без рессор, без всего. Рама простейшая сварена. Так. Мост. Поворачивается. Сейчас. Рама. Переламывается. Шарнирная рама. Угу. Шарнир основной использован от УАЗика, поворотный кулак. То есть, я так понял, что это машина сделана из стандартных запчастей, которые там можно найти. Это было списание автомобилей, как же у нас называлась она? Не ликвидация. Компания сдавали за 50 тысяч машин. Да, я понял. Как это называется? Было что-то. Да, и сейчас есть это. И сейчас еще есть. Да. Значит. Тьфу, выпало из головы, ладно, понятно. Давайте элементы. Утилизация. Да, утилизация. Да. Вот ребята собрали мосты, собрали коробки. Коробка стоит классическая жигулевская. Рулевая рейка стоит от девятки, от десятки. Даже есть. Изменяется угол наклона у некоторых. Угу. Тормоза на передние 2 колеса. Но в связи с тем, что здесь между передом и задом блокировки нету, тормозит и зад. Угу. Газ, сцепление ременное, расходный материал. Дальше. Привод от коробки на карданные валы за счет. Так, цепь там, да? Цепи. Так. И 2 карданчика спереди, сзади. За счет цепи. Вот он. Кузовок. Кто делает побольше, кто делает цепь поменьше. Не фокусируется у нас на цепь. Так. Кузовок. Подножка уже самодельная у Алексея, да, Алексеевича тут. Вот назад не придумаю, какое делать подножку. Сиденье. Делают сиденье, ставят от семерки. Большие. Полочка под аккумулятор самодельная. Да, уже. Да. Аккумулятор купил, поставил. Стартер они дают по желанию. Угу. И чтобы был свет, подзаряжался аккумулятор. А про движок давайте поговорим. Движок. Что за движок? Китайский Лифан, 15 лошадиных сил. 15 лошадиных кто-то сил. Кто-то ставит и больший, кто-то меньший.
и сколько он по вот грунтовочке едет? Максимальная скорость 25 км в час. Приборов никаких? Никаких нет приборов. Угу. Да не надо. Не надо. Мы привыкли все приборы. Угу. И так. Вот и вся эта вещь устроена. Да его и регистрировать, Пади, не надо. Не надо. Не надо, да? Не регистрируй. Валентин, отойди, пожалуйста, я загляну под днище. Тоже нос стоит. Здесь было закрыто тоже фанерой. Я отрезал, усилил косыночками. Задок вот это, да? Да, и мне не надо, что челюсть ставить в ящик. А так нормально, хорошо. Здесь у нас просто вот эти вот полочки-сидушки, это крылья, грубо говоря. Проходимость, вы видели его, идет нормально. Проходимость мы видели, да, мы только что проехали, посмотрели ульи. В качестве пассажира в прицепе ехать некомфортно, но вести в качестве водителя, я уверен, это легко. А я вам скажу, друзья, ехать прекрасно. Я ехал, наслаждался, и даже снимал, и даже не держался, потому что скорость была небольшая, и чем мы... Чем бы тебе жопу-то отбить? Валь, ну чё ж, ты хорошо. Так, а вот эта защита, она уже тут стояла, да, вот это? Да. Можно поставить всё, что... А это что у нас тут за уши? Это уши у меня уже сделаны у самого. Чтобы куда-то далеко не ехать, сделано прицепное устройство. Я цепляю за машину и как прицеп везу. А, как прицеп, да, чтобы его транспортировать. Чтобы по дороге никто ко мне не придирался. Угу. Ведь много есть техник, которые возят с обозначениями световыми, без регистрации. А он как в габаритах какой? Он за машиной идет. То есть он след за машиной, да? То есть по ширине. То ну, есть раз ему... Жигулевский мост, он. Чуть-чуть... Ну да, мост Жигулевский, да. Ну за счет только ширины колеса он там. Чуть-чуть, может быть. Транспортировать его километр 25-30 скорость. Ну, я решил сделать, куда везти. Ставлю прицепное устройство. И здесь как бы дышло такое в одну точку сводится там, да? Да. Он заводится ручкой. Не, вот дергать так чик, спереди стоит. А как дергать-то, если тут в этой самой в решетке-то? Откидывается. А, вот этот вот откидывается. Это капот. Даже капот, запор на капоте есть. Даже запор на капоте есть. Ага. Доступ к ручке. Да. А у вас как заводится? Стартером. Стартер, ну, с аккумулятором. Стартер сами ставили. Стартер он стоял, мы к нему давали дополнительную осветительную катушку. Ну, в час расходует в пределах литра. В час в пределах литра. Да. То есть вот мы сейчас литр солярки изъездили. Бензина. Бензина. Да. А, на бензине работает. На бензин. Ну да. Да, понятно. Примерно да. Литр. Смешная штука. Смешная? То есть, в смысле, стартер дается к нему, а и что, не подключить? Не, ну хочешь поставь, хочешь не поставь, я так понял. Понятно. Стартер идет с двигателя. Без стартера двигатель не продается. Uh-huh. Хочешь аккумулятор, они тебе поставят аккумулятор. Заплати деньги дополнительно. Uh-huh. А желаешь ездить без аккумулятора, они все делают по минимуму. Это что? Это включение фар. Фары включения. Это я уже сам делал. Хочешь фары брать, бери. Не хочешь, не бери. Мне дали две фары, у одной провод оторван. А фары неразборные. Ага. Жулики? Да не знаю, может быть они не знали просто. Они не посмотрели. Да, не проверили. Потому и жулики. Ну выше пояса колесо, намного. Да. Под ребра. Под ребра. Машина интересная.
простая, дешевая. О цене еще раз не помню, говорили или нет. 145 тысяч я платил. 145 тысяч мы платили. А в следующий месяц они продавали 135 тысяч. Угу. Вот такие, друзья, ребята, штука. Мне на самом деле очень понравилось. Во время вот нашей этой агроэкспедиции мы уже второй вездеход видим. К сожалению, первый мы не поснимали. Самодельный был у Александра Москвина. Наш косяк, что мы его не сняли, даже и фотку не сделали почему-то. Да он у него как бы и не такой же точно. Ну не такой же, он самодельный, но я к тому, что вездеход тоже вездеход. Тоже вездеход. То есть вездеходостроение и вездеходовождение в стране приобретает, мне кажется, популярность. Причем практически параллельную с популярностью закона о валежнике. То есть ты считаешь за валежника, да? Валежники, за валежником все... ездить, конечно. Да, а ну почему? Конечно. Чего тут много-то войдет, блин, валежника-то? Если много, там... немного. Если только хлысты... А кубометр можно привезти. Хлыстами возить. И хлысты, если только. Вот. Ну, куб, да. Куб, наверное, войдет. Если еще тут спинку ему сделать. Да. Ну, это пилить надо. Пилить. Это ехать надо. Приехал, спилил, погрузил. Вот еще раз, как Алексей Алексеевич называется? Каракат ЗИС-5. Каракат ЗИС-5, и я понял, что у них модельный ряд достаточно большой, да? Да, они там несколько мастерских или там заводиков делают, частники делают. В интернете можно найти. Угу. Вологодские вездеходы. Вологодские вездеходы. Немного бесплатной рекламы от фермеров.